Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW G14. Ремонт переда. Итак, владелец заменил капот и другие детали переда. Мне нужно все это снять, измерить, подровнять поврежденные места и установить все обратно. Ладно, начинаем. Передок разобран. Вот эти детали повреждены. Я их вытяну и подровняю. Эти детальки отровнял, прикрутил пару элементов, проверил, все чудненько. Теперь все снимаю и крашу сделанные места. We'll be right back.
Отремонтированные и покрашенные места обрабатываю антикором. Начинаю устанавливать детали переда. Теперь мне надо подровнять капот. Он сделан из алюминия. Выравниваю зазоры, устанавливаю фары и бампер. Моя работа закончена. На эту работу ушло 17 часов.
Машина уезжает на покраску. Итак, машина покрашена и собрана. Сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!